10 лет в этом году отмечает организация «Дорога добра». Народное творческое объединение социокультурной реабилитации имеет два направления в своей деятельности. Это эстетическое и физическое развитие детей, имеющих сложные диагнозы и инвалидность, а также адаптация детей и подростков, попавших в сложные жизненные ситуации. Руководитель объединения на протяжении многих лет разрабатывает и предлагает своим воспитанникам различные методики и средства коррекционной работы и интеллектуального развития. Результатом такой работы являются победы на международных конкурсах. Благодаря поддержке неравнодушных анапчан, таким детям удается поэтапно, но стабильно реализовывать свои желания и планы. Гармонично развиваться. Каждый человек должен делать добро и быть примером для других. Так Вячеслав Бабунц, руководитель боевого братства, на днях принял участие в обучении особенных детей игре в шахматы. В итоге каждый ребенок, который в этот вечер пришел на мероприятие, стал участником сеанса одновременной игры, и это было здорово. Ведь некоторые ребята впервые сидели за шахматной доской. Море эмоций и добрых слов в адрес друг друга прозвучало в этот вечер. Вместе запланировали следующую встречу.